На интервью цепляй быстрее, пока батарейка не села. Да нет, наверное. Да цепляй любого вообще. Дава, ты сегодня не поднял ничего? Нет. Ого, сколько есть? Чемпион! Шайбу не забил. Давайте, ваше интервью по поводу матча. Он корявый. Могли забить штук, наверное, 20, но забили всего 2. Ну а почему забили 2? Потому что 22-й номер корявый. Да, ну понятно. Саня, все понятно. Чемпионская раздевалка, блин. Эх, корявый. Он не будет забить, да? Че чемпионы? Че так мало забили-то? Олег, я знаешь, когда подсыкнул, когда шайба летела, и ты ее вот так вот, я думал, блин, не попить. Олег, пиздец. Давай интервью по поводу матча. Без комментариев. Ну, как всегда. Я без вратаря сегодня играю. Олег, а тебя за что удали? Вы выбрали шайбу, что ли? Да, как я сюда. Ваши комментарии по поводу матча. Не забили. Почему? Не было фарта. Тоже кривые там. Не, фарта не. Не, аватарий у них в порядке. Не фартило, аватарий в порядке. Бросков видел, сколько было. А как сказал Андрей Николишин, бились как тигры. Не хватило чуть-чуть. Юра, что ты херово сыграл с ним? Да, нормально сыграл. Плюшки выдайте новые игрокам. Спонсирования нету никакого. Человек, да? Это. Все. Вот у нас дед сегодня. Как все? Боже, мы плюшками играем.